Привет, меня зовут Даша, у меня сегодня великое счастье. Мне пришла посылка. Я ее очень долго ждала, и я ее ждала с особым нетерпением. Это посылка из книжного интернет-магазина read.ru. Сейчас буду открывать и радоваться. Первое, что я вижу, это файл-папку такую, небольшого формата, вот такого красивого весеннего дизайна. Внутри она вот такая, то есть она не с помощью зажима открывается, а просто двумя руками раздвигается эта штука. И, то есть вот, ну, в принципе, не туго, так что сойдет для нашего похода. Далее, вообще, я сразу предупреждаю, не обращай внимания, что я заказала так много всего, потому что я крейзи на канцтоваров, я просто больна этим. Заказала вот такую папку уже с метафорами, у нее здесь 100 штук, это я заказала, чтобы складывать документы по своей родословной. В этой же посылке должна лежать вот такого же плана синяя папка, сейчас я ее... Нормально, но все по порядку. Далее вижу вот такой вот календарик с такими вот котятками. Здесь они все изображены. Я, знаешь ли, просто обожаю животных. Спрашивай меня, кого я больше люблю, котят или собак. Одинаково. Мне очень нравится... Вот, это что ж у меня... Вот у меня первая радость. Январский котенок. Мне очень нравится, что шрифт такой, немножко курсивом, да, я бы назвала его. Но мне не нравится, что я предпочитаю все-таки календари, знаешь, такие бывают квадратиками. В этой квадратике можно что-то вписывать. Здесь не особо распишешься, но кто хочет, тот может. Ага, а вот и вечная синяя папка. Здесь так же, как и в той папке, 100 метафор. То есть здесь уже не надо ничего вставлять. Все готово, все прошито. Но минус в том, что туда и не вставишь новые мультифоры. Но вряд ли мне это пригодится. Все-таки для родословного вряд ли я найду больше 100 документов. Ну, такой вот ретро еще календарь заказала. Календарь — это тоже моя больная тема. Вот рисуночки. Раз уж у нас пошла такая пьянка, покажу январскую картинку. Тут такой вот ангелочек, дитя в костюме ангелочка, который тоже украшает елку. Но это... Если в календаре с кошками... Календарь такой немножечко односторонний, то есть он вешается, а потом просто листается. То в этом календаре он как бы двухсторонний, видишь? То есть вот здесь январь, ты его вот так вот делаешь, а чтобы взять февраль, надо его перевернуть. То есть вот такого плана. То есть здесь тоже не впишешь особо какие-то особые какие-то примечания. Бумага тонкая, я привыкла к более высокому качеству календарей, если честно. Она прям такая тоненькая, как будто вот, я не знаю, она чуть-чуть потолще формата, ну, обычной бумаги офисной. Я привыкла к более хорошему качеству календарей, вот то, ради чего я, собственно, собирала эту посылку. Новая книга Бориса Акунина, та-дам! Называется «Черный город». Ничего пока не могу сказать на эту тему. Скорее всего, она у меня попадет в прочитанную за декабрь. И последнее, что я покажу, это такие закладки, не закладки. В общем, я заказала только... Затем, чтобы понять, что это вообще такое, потому что на сайте это было непонятно. Выглядит это вот так. Сзади есть типа инструкции. Тут написано
По-русски здесь ничего не написано. Ну, в общем-то, такие закладочки, как я поняла, вроде обычных офисных. То есть не закладки, которые для книг закладки, а закладки, чтобы отрываешь, закладываешь в книгу, да, или в какую-то тетрадь, конспект, реферат. И вот здесь можно надписать что-то, какой-то опознавательный символ. Ой. Как это все работает? То есть выглядит эта закладка вот таким вот образом. Клейкая часть – это вот это. А вот эта часть, она выглядывает, и на ней можно что-то написать. Они вот так вот все выглядывают, и нужного тебе цвета нужно взять, просто потянуть. Она отлипнется от станочка и сделает закладочку в нужном месте. Для меня эта штука очень удобная. В общем, удобная штука. Заказом я полностью довольна от и до. Не зря я его с таким нетерпением прям ждала. Да. Ну все, ладно, пока. Буду читать книгу. Желаю тебе приятных посылочек. Прикольно. Охота на Одиссея. А, ну пока.